Добрый день! Сегодня мы продолжаем прогулки по музею. Мой рассказ будет посвящен Федору Петровичу Толстому, ведь в 2023 году ему исполняется 240 лет. Он был одним из известнейших деятелей русского искусства XIX века. За свою жизнь граф Толстой написал множество замечательных картин. Его лаконичный стиль хорошо узнаваем, а картины пропитаны любовью к природе. Федор Петрович смог реализовать себя во многих направлениях, таких как скульптура, медальерное мастерство. Он рисовал иллюстрации и декорации к балетам, создавал эскизы костюмов и проекты зданий. Однако путь его к успеху и к искусству не был легок. Казалось, судьба его была предопределена. Родители мечтали видеть в своем сыне продолжателя традиций семьи и отдали его в морской корпус. И все же художественные способности юноши взяли над ним верх, и Толстой начинает посещать Петербургскую академию художеств в качестве вольнослушателя. Постепенно зрело желание стать профессиональным художником. Все эти годы Толстой рисовал, сохранились его альбомы с рисунками и акварелями, а в путевых дневниках были запечатлены виды городов, которые он посетил во время учебных плаваний по Балтийскому морю. Только беспредельная любовь к искусству подтолкнула его в 1804 году подать в отставку, и для молодого художника началась новая жизнь. В собрании Иркутского художественного музея хранится несколько его работ. Как художник, Федор Толстой работал в жанре натюрморта обманки, или же с французского «трамплёй», что означает «обманчивая видимость». Такие натюрморты, с одной стороны, выглядят довольно примитивно, но и в то же время все на них настолько живо, что кажется, можно потрогать или даже попробовать на вкус, ощутить запах изображенных на картинках ягод, цветов, что вот-вот улетит бабочка или вспорхнет птичка. И наше изображение «птичка на ветке» поражает зрителя скрупулезной точностью в передаче деталей. Фактура, цвет листьев, оперение птички, мерцание капли росы, готовой вот-вот скатиться с листа, доведены до иллюзорности. Невероятно живая передача таких простых вещей завораживает зрителя. Рисунок как будто соперничает с самой природой. Необыкновенность сюжета и блеск поверхности объясняется тем, что краски мастер готовил по собственному рецепту. Он умело писал сплавленными мазками, создавая гладкую поверхность. Иногда мазки его красок, как мелкие стежки, но не шелковых ниток, а эмалевых, выпуклых. Так художник иногда рисовал перышки у птиц. Федор Толстой создал значительное число медалей, а также медальонов с аллегорическими сюжетами, посвященных войнам, которые вела Россия с 1812 по 1814 год. Работа над медальонами длилась более 20 лет. Его творчество являлось вершиной русского медальерного искусства в период расцвета классицизма, и в коллекции музея хранится медаль «Освобождение Москвы 1812-го». По эскизу Толстого эту работу выполнил резчик Алексей Клепиков. В центре большой группы находится фигура женщины в национальном русском одеянии. Руки ее выражают мольбу, сложенные на груди. Она сидит на развалинах, символизирующих сожженную Москву. У ног ее лежит якорь, который является символом надежды. Справа от нее фигура воина. В правой руке женщина держит меч, а в левой щит с изображением распятого Христа. Медальоны Толстого очень разнообразны по сюжетам и решениям. Основное место в них занимают крупнейшие битвы и сражения Отечественной войны 1812-го. Толстой оставил о себе яркую память. Его произведения, созданные более 100 лет назад, продолжают жить и радовать наших посетителей. Thank you.